Азербайджан встречает праздник прихода весны ежегодно. Новрус отмечается в день весеннего равноденствия. И для того, чтобы встретить, пожалуй, один из любимейших и долгожданных праздников, жители столицы города Баку, а также гости города, приходят на ярмарку под названием «Элимда Торпах Рэймда Бахар». Уютные домики, представляющие продукцию известных брендов, разного рода выпечка, сказочные персонажи, музыка и веселье. Баку пропитан праздничным настроением. На ярмарке, которая в переводе на русский язык означает «в руках моих земля, в сердце весна», приуроченной к празднику Ноурус, посетители могут приобрести различные сувениры, перекусить и провести досуг вместе с друзьями и близкими. Мы готовились к этому празднику всей семьей, и сейчас пришли покупать подарки. Пришли посмотреть на подарочки, может, что-нибудь выберем, что-нибудь купим. Ну, так, надеемся, в кругу семьи. Ну, и одновременно гулять, посмотреть как-то. Организаторы сделали все возможное, чтобы ярмарка передала весь колорит Новруза с присущим ему красками, ароматами, традиционными сладостями и символами. В центре внимания ярмарки символ праздника – сямяни. При входе посетителей встречают кечал, кёса и бахаргызы – национальные персонажи, символизирующие приход весны. Мы, как обычно, подготовились к празднику заранее, приготовили шекербуру и пахлаву. Все в соответствии с нашими традициями. А посмотрите, как украсили наш город. Это великолепно. Мы пришли погулять сюда. Как и в предыдущие годы, очень красочная ярмарка. Обязательно должен быть сямяни. Мы его видим. Здесь есть все. И шекербура, и пахлава. Мы даже до сих пор оставляем шапки под дверьми соседей, как делали это в детстве. Народ остается приверженным своим традициям. Ярмарка носит благотворительный характер. Здесь проходят различные концерты, игры, организуются шоу-программы. Мероприятие продлится до 10 апреля. Альвина Абдурахманова, Руфат Аликперов, CBC.